То, что идет осквернение, это горько, я не могу ничего сказать. Тревожно даже, когда находятся люди, которые осквернить могут памятник Гагарину. Если можно там по-разному относиться к установке памятнику Сталина, Клавы Второго, можно по-разному относиться, как можно по-другому относиться к Гагарину. Кто-то вот считает по каким-то своим мотивам вот это осквернение доступным. Ну, эту проблему решать не камерами надо, а уровнем воспитания, нашего воспитания, который одним днем тумблером не переключишь. Воспитание в каждом слове, в каждом деле. Вот уровень воспитания наших людей, уважительного отношения к истории, поэтому тут все должно быть комплексно. Камерой одной можно поставить часового, но это неверный путь. Вот. Ну,